Оформить полис ОСАГО стало намного удобнее и проще. Теперь это можно сделать в отделениях Сбербанка. Раньше это можно было сделать только на сайте и в мобильном приложении. Новую услугу уже успели оценить автовладельцы. Любой владелец машины понимает, насколько важно вовремя получить полис ОСАГО. При этом каждому хочется приобрести его на наиболее выгодных условиях. Однако для этого надо посетить больше десятка офисов либо сайтов страховых компаний. Теперь жизнь автомобилистов стала заметно проще, благодаря новостям от Сбербанка. Мы постоянно реагируем на потребности наших клиентов, развиваем наши сервисы, дополняем спектр наших услуг. Теперь наши клиенты при посещении филиалов отделений нашего банка могут выбрать полисы из предложений 11 страховых компаний, сравнить эти условия и выбрать наиболее оптимальные. Сама процедура проста и привычна всем посетителям офисов Сбербанка. Прежде всего, надо подойти к терминалу электронной очереди и, выбрав соответствующий раздел, взять всем привычный талончик. Потом сотрудник Сбербанка покажет посетителю предложение 11 страховых компаний, где уже будет видна стоимость полиса ОСАГО с учетом стажа, стиля вождения, характеристик и возраста автомобиля. Новым приложением Сбербанка уже воспользовался Сергей Арсеньев. Учитывая, что офис на Трехсвязской – это самый центр города, это очень удобно, отмечает он. Я часто бываю в этом районе, а зашел оформить эту услугу. Все было быстро, четко и полезно. Буду всем советовать. В Тверской области оформление электронного полиса ОСАГО осуществляется в 21 офисе, расположенном в столице Верхневолжья, а также в 26 отделениях, находящихся в важнейших муниципалитетах региона. Ржев, Новозавидово, Кашин, Калязин, Кесово-Гора, Бежеск, Максатиха, Лихославль, Рамешки, Конаково, Редкино, Торопец, Осташков, Кимры, Старица, Вышний Волочок, Бологое, Зато Озерный, Удомля, Торжок, Нелидово, Оленина и Западная Двина. Кроме того, аналогичный сервис доступен на сайте Сбербанка, а также в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». То есть каждый автовладелец для получения полиса ОСАГО может выбрать то, что ему удобнее и привычнее.